До начала раскопок с 70-х годов на этом месте стояло кафе «Сказка», а 3 века назад – питейное заведение «Карлсрух», названное в честь владельца. Район же, где оно находилось, именовали «Хуфен». Отличался он богатыми виллами, тавернами и был популярным местом отдыха. Даже на старых картах придорожное заведение имеет свою отметку. Правда, судьба этой корчмы оказалась печальной. Оно погибло при штурме уже Кёнигсберга. То есть мы вот в подвале обнаружили следы очень мощного пожара, сгоревшие балки, сгоревшие перекрытия. К этой корчме были пристроены деревянные террасы, на которых активно отдыхали люди. То есть они, скорее всего, курили там, отдыхали, потому что под этими террасами у нас значительное количество курительных трубок, пуль. Во время раскопок археологам также удалось найти фрагменты стеклянной посуды, осколки кофейных чашек и графины. Все объекты датировали 16 и 18 веками. По окончании работ находки будут переданы в историко-художественный музей для дальнейшего исследования.